Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 12 ноября, воскресенье. Показываю вам утреннее кормление своих голубей. Птичка еще немного долинивает. Особенно те, которые поздние, как павлины, так и якубины. Ну, якубин в основном всегда линька практически затягивается до конца года, а иногда и до середины января следующего года. Некоторые павлинчики уже идут в пару. Некоторые, те, которые поздние, еще непонятно, где голубь, где голубка. Ну ничего. Нужно будет сделать небольшую реконструкцию голубятни, подготовить к следующему выводному сезону. Вчера была проведена обробка этой голубятни однохлористым йодом. Как видите, голуби все здоровые. Почистил пол, засыпал песком. Так проще и убирать. И сырость не такая, как в основном всегда. У нас второй день подряд идут дожди. Такая дождливая осень на улице. Тут у меня, конечно, на такие размеры голубятни есть перенаселение. Нужно будет кое-что перебрать, а ненужных убрать голубей. Пока смотрю, что лучше себя оставить, а что лучше кому-то продать или подарить. Вот такая у меня птичка. Ну, конечно, если бы было солнце, они были бы более активны. А так осень есть осень. Сегодня в воду добавил витаминчик, интровитом пропаиваю. Ну и как всегда, красная пудра, ракушка, там грит. Птичка еще долинивает. Ну и нужно, как я уже рассказывал, кое-что убрать, чтобы не было перенаселения. Нужно будет провести еще некоторые профилактики. В следующих видео расскажу. А так в целом по голубах я доволен этим выводным сезоном. Оставлю себе самых лучших на следующий выводный сезон. Кому понравилась моя птичка, ставим лайки под данным видео. Буду рад, если подпишетесь на мой канал. Смотрите мои прошлые видео на моем канале, следующие видео. Пишите свои комментарии. Кому понравилась птичка, кому, возможно, не понравилась, пишите все, что думаете. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.